Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы спросим у карт Таро. Беларусь. Какое правительство может быть в Беларусь? Да, извините. Президентское или же коронация? Короли, да? Король, царь, да? Вот, например. С президентами все ясно. Это по направлению, будем так говорить, американского проекта. Демократия. Президент должен быть в демократии. Или же королевство Беларусь, да? В Европе и в других развитых странах всегда были короли и королевы. Елизавета II, первая. Или же Луи I, Луи II. А тут, так как есть президент Лукашенко, и будет ли он Лука первый? Сейчас мы посмотрим. Так, это в белорусских новостях сказали. Так, теперь смотрите, вот она, Беларусь. Это должность. Президент. Или же коронация. Лука первый и президент Лукашенко. Так как сейчас он и есть уже много-много лет, сейчас посмотрим, на что это будет похоже и к чему это все приведет. Так, карты в помощь. Так, начали. Беларусь, должность, президент, Лука первый, коронация. И к чему это может привести страну? Приветствую тебя, Беларусь. Чтобы было что-то новенькое в Беларусь, гори оно все огнем. Значит, в этой стране есть какие-то некие темные силы. Карта 15, дьявол, перевернутый, где мужчина и женщина скованы одной цепью. Новые направления сдерживаются, можно так сказать. Значит, никакого ничего нового. Все идет своим чередом. Так, теперь, значит так, в Беларуси ничего нового не происходит. Теперь должность. Эта должность донатится. И эта должность, как бы она ни спонсировалась, она может провалиться сквозь землю. Значит, Беларусь. Надвигается движение, что как бы оно не спонсировалось, это материальная помощь, да, есть момент, эти деньги или помощь, что бы ни было, все проваливается в кресло. Ну вот кресло, должность, все идет туда. Ну, можно было сказать плохими словами, все идет в одно лицо, да. Так, теперь дальше смотрим. Кстати, 15 аркан – это очень хитрая, лукавая карта. Беларусь есть товарищ, который, что бы он ни придумал, все идет ему в пользу. Тоже можно так сказать. Теперь, если он будет президент, этот президент – у этого президента есть идея. Эта идея, тут ангел-хранитель перевернутой позиции, говорит о том, что он хочет себе дать еще больше полномочий и развернуться. Королевство маловато, развернуться негде. Это Золушка, да? У него есть идея что-то сделать по-своему. Время, вот тут карта еще времени, повернуть время вспять. Это время вперед,
а это время назад. Он хочет повернуть время назад, то есть его идея, его предложение – коронация. Вот он сами карты за себя и показали, то, что это предложение в этой стране, где идет все в одно лицо, где он хочет повернуть время назад. Коронация, коронация. Данная коронация приводит в ужас, и это может привести к завершению пути. 21-й аркан. Последняя карта в картах Таро. Потом идет шут, это нулевая карта, а потом белая карта. В общем, последний вагон, можно так сказать. Получается, кошмарная коронация может привести к последнему Луке первому. Значит, был первый и может первый и уйти. Уйти. Это ужас. Это карта 21 аркан на все четыре стороны. А помните, либо да, Аладдин, и там он был как бы маленькой, как мечеть, да, как бы, и там на все четыре стороны колдун разбежался на все четыре стороны. И вот эту лампу кто-то потер, да, может, это кто-то трет лампу в Европе, и его кто-то вразумил на это все дело, и эта тема может привести разбежаться на все четыре стороны. Темные силы могут разорваться. Можно сказать, на немецкий крест. Ну, тоже можно сказать, когда штаны рвутся, то там как раз 4-2 шва, и это все разрывается. Тоже можно так сказать. Теперь, что будет, если он останется президентом? А если он идет на немецкий крест, то есть на все четыре стороны, данная коронация тоже к чему приведет? Патетутка. Вышла политическая патетутка. Это Владимир Ильич Ленин так ругался. Ах, эти такие-сякие политические патетутки, где лгут, лгут и лгут. Есть обман. И в этом обмане есть то, что он еще тот политический патетут. Поняли, да? Это слова Владимира Ильича Ленина. Ничего личного. А если идет коронация, смотрите, при данной коронации шествие, может привести к тому, что сквозь зубы данное предложение в кошмарном состоянии будет выдвигаться король. Так, теперь смотрите. Значит так, он еще будет продолжать в своем темпе продвигать свое президентство, где у него есть цели достигнуть продажности. Патетутка, она ей свойственно продаваться за деньги, естественно. Даром она не дает. А если идти королем, да, тут видите, как маленький король. Кто это? Сейчас посмотрим. Ничего личного, да? Карты сами за себя отвечают. Я каждую карту трактую, объясняю. А есть люди недалекие, которые смотрят и сразу пишут на бумажку и отправляют там на какие-то этажи свои. Вот, ну пусть пишут. Потому что надо мозги иметь, к чему это может привести все это. Так, теперь смотрите, если он дальше будет продвигаться в этом плане, что из этого выйдет? Подтверждение, если будет. И если будет маленькая коронация, кто же это может быть? Может, есть какой-то преемник, да, например, Лука первый, Лука второй, да, может быть. Сейчас посмотрим. Так. А так как все за деньги, да, сейчас здесь посмотрим. И что из этого выйдет? Значит так, смотрите, стихия вода,
время, вода, да, назад вспять время, творчески подходя к данному вопросу, прокручивая деньги, где казна пустая, есть предложение, творчески подходя к своей работе. Значит, Саша Лукашенко подходит к работе очень творчески. И он, не жалея живота своего, продолжает разрываться, и у него новые идеи, где лежа на своем диване, он уже придумал коронацию. Так, и чтобы все шло в одно лицо. Деньги бесконечная. Тут видите, тут карта 20-й аркан, сатана, Сатурн, сатана. Сатана в этой стране, в этом кресле жалует много денег или желает много денег. Теперь смотрим для коронации. Данная коронация, которая запланирована во времени, если он возвращает время назад, видите, тут как бы по ходу, да, есть то, что возможно коронация Луки II, где работа идет полным ходом. Полным ходом работа идет. А он, как сам себе создал эту идею в своей голове, решил время повернуть вспять, да? Так, теперь я достану одну карту. Это молодой или старый? Лука, да? Второй. Если красная выйдет, то молодой преемник. Если черная карта, то это взрослый преемник Лука второй. Так, масть я имею в виду. Это чаши, динарии красные, жезлы и пики черные. Так, кто преемник? Это будет потом. Жезл. Значит, взрослый человек. Мы потом посмотрим на наследника. Кто же это такой? Ну, вот так вот. Значит, коронация возможна. Где на немецкий крест, на все четыре стороны, данное мероприятие прольется на страну. А вообще на будущее. Что вообще после всего этого расклада на далеком будущем может быть? Это к добру ли? Сейчас одну карту достану. Если будет наследник, это будет, знаете как, некрасиво и подло. Получается разрыв сердца. Значит, кому-то будет полный писец. Зверек есть такой. На севере живет. Писец придет. Значит, после коронации все. Да, а потом Дух Святой. Чаша переполненная. Обновится Беларусь. Вот так вот. Ну, значит, надо еще пережить вот этого вот. Так получается. Пережить, да. Пережить нищету. Ну, все. Всего доброго. Печальный расклад, но он говорит сам за себя. Ничего у меня личного нету. Я трактую карты, все объясняю каждую карту. И мы посмотрим дальше, что будет в дальнейших раскладах. Всех благ. До свидания.